В стране продолжаются крупномасштабные учения войск Национальной гвардии. Подобного уровня стратегические тренировки проводятся впервые. Их главная цель – это отработка задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. В рамках оперативно-стратегических учений сотрудники ОМОН, областного управления Росгвардии вместе с представителями правоохранительных органов провели совместную тренировку по обеспечению безопасности судоходства. Дай полиция! Стой! Развернулся! Руки на стену! Участники тренировки освободили судно от захвативших его условных злоумышленников, которые были обезврежены и переданы коллегам из транспортной полиции для дальнейших следственных действий. Бойцы специального подразделения продемонстрировали знания материальной части корабля, а также слаженность и четкость действий в условиях, максимально приближенных к реальным. Добавим, учения войск Национальной гвардии проходят в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах и завершатся 30 июля. Следующие крупные командно-штабные тренировки пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках учений будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите союзного государства.